Офигела, шум слышит, крик. Я вышла, говорю, ну-ка встали. А кто Наташка, это алкашка орала? Ну, конечно, если она получала... Вот она на нее. И, короче говоря, я говорю, сейчас полицию вызову, ёхани-бабай, женщины, ёпта-ломаны. Женщины, и, так она села, творите? Вот эта маленькая сверху, и в лицо, я офигела. Нормально, правильно вот эта блондинка, что я нахерачила этой алкашке. Чего она сейчас сидит на площадке, дура эта пьяная? Короче говоря, ну ты понимаешь или нет, я шла всю дорогу, у меня впечатление, женщины, деградация. Подожди, я не понял, где твой дом. Женщины, во-первых, пьяные, во-вторых. А где твой дом, напоминаю? Все, иди за паспортом, я тебя беру. Маска открывай. А вот, да, вот эту штучку. Я сейчас развернусь, и тебя жду. Отведу тебя обратно. Не помню, где ее дом, блядь. А женщины, представление женщины. То есть поняли, Цитлина, какая у меня правильная? Для нее это что-то там, чтоб я яйца била в ее магазине по башке. Она говорит, Мария, ты что? Я не позволю. Я говорю, не привози яйца в магазин. Она такая, я не буду привозить в магазин яйца. Когда Шопен хотел, чтобы я в качестве наказания била 20 яичек, она такая, я не буду привозить яйца, чтобы тебе не бить их об голову. Николаевна. Кстати, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Я надеюсь, когда-нибудь я там запущу трансляцию. Наберем 1000 подписчиков. Мои дети, поклонники вон ходят всякие. Четверо детей. Они требуют YouTube-канал. Ты такая балбеска. Что я балбеска? Почему я балбеска? Что ты балбеска? А я нормальная. Я нормальная. Здравствуйте, здравствуйте. А я сейчас скоро уже запущу канал, я надеюсь. О, уже запустили. Нет, у меня YouTube еще не готов, дети. Мы сейчас вот с подписчиками подпишем. У меня уже 600 человек там почти. 400. Я дальше скажу, что делать. Там надо мне еще, чтобы было 1000. Я сделаю и обязательно буду. Дальше скажу, что делать. Да. Ты мне, да, напишешь мне на WhatsApp. Все, пацаны, забираю у вас всех. Посмотри, что делают. Смотри, дети-то что хотят. Ютуб, чтоб я транслировала. Дети, у меня даже поклонники дети. Они меня задрали, они уже, блядь, Маша, запусти трансляцию на Ютуб. Это же нельзя им показывать. Я говорю, вы что, гоните? Можно мы у вас будем на Ютубе смотреть? А вот это твой же был? Да. А, нет, Алика. Алик. Я, говорит, тебе все скажу, что надо сделать. Главное, запусти трансляцию. Да, да, блин, как тут красиво у нас, да? Посмотри, вообще помнишь, озеро какое. А ты застала, когда же этот фонтан? А что, кстати, фонтан тебе починили, да? Да, ну, что ж будет, это же, наверное, трата электроэнергии, он включенный. Это до 10 был включенный. Да, вот это вот комары. Футбольное поле. Слушай, мне кажется, комаров почему так много? Видимо, в этом году не травили, не... Не комаров. Ну, то есть обычно подготавливают же города там против комаров, клещей там. Наверное, надо было, как это сказать-то, обрабатывают местности там. В этом году их какое-то видела за конторы. Все убрали. Вообще не знаю. А что они тут что-то реставрацию решили делать, да? Вот, потому что там вся книга уже сатурон садила. Ну, типа, ну, рост сколько много, они куда розы-то дели, выкорчевали. Можно было ее пересадить куда-нибудь в другое место. Они пересадили, ну, даже какое-то место, через чего они что-то определяют. Ну, то есть они же не могли выкинуть столько роз. Это же столько денег, они могли, эти розы выкорчевали, наверное, просто куда-нибудь.
пересадили, да и все. Да, может. Ну вот, видишь, сейчас мы с тобой все сделаем. И пошли мне ромашки. Видела, я уже показывала подписчикам твои ромашки. Вообще красивые. Я люблю ромашки, кстати, вообще. Люблю ромашки. Так, что дальше делать? То ли она не закрыла, то ли я не знаю. То ли она не закрыла дверь, у меня свет не гаснет. Вот так собачка всегда сидит и ждет. Всегда здесь сидит. Ее тут подкармливают всем. Так, сейчас мы с тобой будем фотографировать. Давай несу телефон. Телефон, надеюсь, ты не забыла дома? Нормально? Так, подожди-ка, закрыла. Она там нам должна скинуть ссылку, мы сейчас с тобой... Отфотографируем. Там вроде как я помню, переднюю часть паспорта надо сделать фотографию. Попробуем сделать, чтобы не выезжать никуда. Опять. Слушай, ты что, паспорт поменял?